С вами канал «Учебник слух». Литературное чтение, 2 класс. Константин Паустовский. «Прощание с летом». Отрывок. Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. Был конец ноября. Самое грустное время в деревне. Кот спал весь день, свернувшись в старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная дождевая вода хлестала в окна. Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на сбитый белок. Последние птицы спрятались под стрехи, и вот уже больше недели, как никто нас не навещал. Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи, шумел огонь, ярко горели лампы, и все пел свою нехитрую песню «Медный самовар». Как только его вносили в комнату, сразу становилось уютно. Может, от того, что стекла запотевали, и не было видно одинокой березовой ветки, день и ночь стучавшей в окно. «Медный самовар».